Куда ты убежал? И игра окончена! Ты выиграл! Вернись, и мамочка отдаст тебе часть кода. Даю тебе розовое слово. А-а-а, как смеешь ты меня не слушаться! У меня уже бомбит от тебя! Ну найду я тебя! Ну найду я тебя! Где ты? Что ты наделал? Ты заставил меня следовать за тобой. Ты не имеешь права так со мной поступать. Не имеешь. Ты ничтожество. Сегодня я тебя научу самому смертоносному и самому известному приему. Этот прием необходимо использовать только в ситуациях жизни и смерти, и никогда не использовать просто так. Для начала необходимо правильно поставить свой кулак. Твой большой палец должен находиться сверху от остальных пальцев. В случае, если он окажется внутри, ты рискуешь его сломать после первого же удара. Делай такие движения руками. Теперь ты должен расположить свои кулаки на уровне между своей грудью и между бедрами. Медленно двигай ими туда-сюда, из стороны в сторону. И удобный момент не заставит себя долго ждать. Я смотрю, нет, ты вырос на целый день. Нет, ты выпил свое молоко? Ты выпил свое молоко? Ты выпил свое молоко? Эй! Я не тыкаю тебя, эй, я не тыкаю тебя, хватит, я не тыка, я не тыкаю тебя, прекрати, я не тыкаю тебя, чертов я не буллинг, тыкаю тебя. Грегори. Что это такое? Это фонтан. А фонтан — это металлическая декоративная конструкция, выталкивающая воду снизу. Некоторые люди кидают туда монетки, а по праздникам ВТВшники устраивают в нем драки. Я тоже один раз дрался. Всем было смешно, кроме меня. Ха! Я могу забить любую цыпочку, которая попадется мне на пути, Роксана. О, да! Даже это чудо в перьях. Но если обдуть, то можно и скушать. Ха! Как воды попить. Она любит мусор. А я самый грязный в нашей команде, ха-ха. Думаешь, справишься, большой парень? Конечно, а ты хочешь со мной поспорить? Ну тогда, волчонок, давай поспорим. Если ты проиграешь, то тебе придется очистить площадку для игры в мяч вместе с солнышком. А если я выиграю, ты это сделаешь. Ага. Удачи с гребанными шариками и солнышком, ха-ха-ха. Эй, детка, как дела? Может, сходим пиццы похаваем или еще что-нибудь? Привет. Я думаю, что нет, ты не в моем вкусе, прости. Видишь ли, мне нравятся парни, которые, грубые. Сильные. Да, видишь, какой я сильный. Очень талантливые. Идеальные басы и трампартия. Ну ты знаешь, как Рокси. Подожди, что? Не, что? Ты говоришь, что тебе нравится Рокси? Ой, Монти, ты дурак, ты не знал, что она лесбуха. Ну как, тебе весело? Весело, друган? Черт возьми, какой жуткий и уродливый клоун. Что ты только что сказал, мудила? Вот ты где. Чё ты орёшь? Я просто помочь хотела.
Ха! Нарушение безопасности! Нарушение безопасности! Оу, 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 заткнись, стукач! Что? О, мой бог, нет! Фредди, ты что, каблук? Ты чё ждёшь своей очереди? Чёрт тебя подери! Фредди, сейчас! Фредди, ты хейтер! Фредди! Когда мы в последний раз видели Грегори? Приблизительно 12 лет назад. Ему сейчас 22 годика. Он же еще ребенок. Следи за дорогой. Ой, да. А, я в его возрасте уже вовсю дрался. Ты получал? Угу. От меня. В любом случае, когда мы с ним свидимся снова, нам нужно быть сдержанными. После всего, что мы преодолели вместе, я снова хочу увидеть своего звездюка. Спокойно, Фредди, ведь он уже взрослый мужчина. Для меня он навсегда останется обобусом. Ой, о-оу. Что в твоем понимании значит о-оу? Значит, мы пойдем пешком.